Русло у нас здесь не расчищено. Завезено очень много строительного материала. Всем привет, друзья! И снова вы на канале Евгений Щепинский. Как я вам напоминаю, наш канал снимает про Крым, про его курорты, достопримечательности, а также о проблемах Крыма и о методах решения этих проблем у нас в Крыму. Сегодня я решил снять для вас очередное видео. А о чем оно будет, вы узнаете чуть позже. Оставайтесь на нашем канале, все будет очень интересно. Друзья, про расчистку русла реки Солгер и реконструкцию набережной Солгера симферопольскими блогерами уже снято очень много видео. Но о малом Солгере практически еще никто не снимал. Есть видео, но их очень мало. В данный момент я стою на мостике, где река Малый Солгер впадает именно в Солгер. И что мы здесь видим? Русло у нас здесь не расчищено. Хотя заявлено, что река Малый Солгер тоже будет чиститься, но пока здесь работы не ведутся. Ну что, пойдем дальше и будем смотреть, как у нас обстоят дела. В данный момент я иду по набережной Малого Солгера. Вот с этой стороны у нас уже набережная. Здесь уложена тротуарной плиточкой. Ну, а с другой стороны, как мы видим, работы не ведутся. Русло, как мы видим, тоже у нас грязное. Вот здесь, в этом месте, не расчищенное. Но новая тротуарная плиточка вот завезена и лежит, и готовится к укладке. Также вот здесь у нас выведены электропровода под установку фонарного освещения набережной. Производился спил деревьев. Как мы видим, вот сухие ветки у нас лежат, еще не убраны. Урны установлены. Завезено очень много строительного материала. Вот завезен песок у нас. И идем дальше. Опять же я показываю русло Малого Солгера. Как видите, оно все замусорено. Работы здесь пока еще не производились. Ну и вот здесь вот плиточка у нас заканчивается. Ремонт пока у нас дальше не пошел. Но мы сейчас будем идти дальше и снимать для вас. Что мы видим здесь? Мост через Малый Солгер у нас перекрыт. И работы ведутся. Одна часть моста уже у нас забетонирована. Вторая у нас открыта пока для прохода людей. Со стороны вот смотрит моя камера. Вот там у нас находится улица Гагарина. Видео, про которую у нас есть на канале. И прямо эта аллейка у нас вот с мостика ведет именно в Гагаринский парк. Это излюбленное место для отдыха жителей города Симферополя. Здесь, как мы видим, уже лежат элементы старой набережной, плитка со старой набережной. Но все-таки, как мы видим, работы здесь ведутся. Ну а теперь, собственно, про сам Гагаринский парк, по территории которого я иду. Гагаринский парк, как я вам говорил, это любимое место отдыха в выходные и праздники жителей города Симферополя. Люди сюда приходят как в выходные, так и на праздники, отдыхают с семьями, гуляют по дорожкам Гагаринского парка, которые сейчас после ремонта Гагаринского парка у нас заасфальтированы. Ездят вот на таких электросамокатах. Все здесь зелено, все здесь хорошо и прекрасно. Дышится здесь, ну, просто великолепно.
после городской суеты за рабочую неделю людям очень приятно выйти сюда и подышать воздухом. Ну, как мы видим, здесь уже готовы опоры для установки фонарей освещения на набережной Малого Саугера. И также выведена электропроводка. Как мы видим, набережная у нас еще Малого Саугера не готова, но урны уже стоят. Сейчас мы с вами немножко отойдем от Малого Саугера и немножко прогуляемся под музычку по Гагаринскому парку, ну а потом мы вернемся к руслу Малого Саугера. Осенние деньки у нас еще пока теплые. Вот сейчас мы дошли до озера в самом Гагаринском парке. Здесь у нас живут лебеди. И люди кормят лебедей. Сейчас я подойду поближе и покажу вам. Также в парке у нас установлен здесь вот такой спортивный городок. Мы видим очень много любителей здорового образа жизни. Люди занимаются на тренажерах, тягают тяжести, гантели, штанги. Это очень похвально, что даже много на этой площадке молодежи. Даже родители с детками с детства приучают детей к спорту и к здоровому образу жизни. Ну, здесь, друзья мои, в Гагаринском парке в свое время была танцплощадка, которая называлась «Клетка». Почему «Клетка»? Вся эта площадка у нас была огорожена вот такой вот сеткой, типа сетки рабица. Ну и по выходным дням, вечерами здесь проводились дискотеки. Сейчас же эта площадка у нас пустует. Хотя, если честно, применение можно было ей найти. Ну а сейчас, друзья, мы вернемся к основной теме нашего видео. Мы сейчас подойдем к руслу реки Малый Саугир и продолжим снимать для вас дальше, что творится у нас на данном этапе реконструкции набережной Малого Саугира и расчистки русла этой реки. Ну вот, мы вернулись к руслу реки Малый Саугир. Идем и снимаем для вас. В том месте, где эта река впадает в сам Саугир, работы уже ведутся. То вот здесь мы видим, тротуарная плиточка у нас старая лежит. То есть она даже не снята и не соскладирована и не собрана. Русло у нас также не расчищено. Ну, как бы, что сказать. Подвижек пока я сильных здесь не вижу. Но сейчас мы дошли до мостика, по которому мы из парка попадаем на улицу Гайдара. Как видите, этот мостик уже практически отремонтирован. Плиточка положена. Перила у нас новенькие. И мы переходим на другую сторону и посмотрим, что у нас с этой стороны. Здесь же у нас есть вот такие вот зоны отдыха, которые сейчас, я смотрю, практически отремонтированы и подновлены, потому что вот эти лавочки деревянные были разрушены, сорваны. Сейчас все это обновлено. И вот в соседней такой зоне отдыха люди сидят, отдыхают и дышат воздухом. Ну вот сейчас, друзья, мы подошли к еще одному мостику через Малый Саугир.
по этому мостику вы непосредственно из Гагаринского парка подходите к улице Киевской, и по улице Киевской вы идете прямо до Москальца. Ну, работы здесь уже были начаты, но, как я могу сказать, плиточка здесь на мосту покрытия не уложена, но зато у нас ограждение моста уже готовы. Ну а рядом здесь проводился спил старых деревьев. Как вы видите, вот столько мусора, будем говорить так, столько старых деревьев было спилено, но пока еще ничего не вывезено. Друзья, ну судя по тому, что мы здесь видим, работы здесь, конечно, ведутся, но работы здесь ведутся медленно, потому как основные силы у нас брошены на ремонт и реконструкцию Саугера именно основного. И я так понимаю, когда там будет закончен ремонт, все эти силы переведут сюда. Друзья, ну вот вы увидели очередное видео на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал, пишите нам комментарии. И если вам понравилось видео, ставьте нам лайки. Ну и дизлайки, конечно, но только маленькие. А на этом я хочу с вами проститься, сказать всем до свидания и до встречи в следующих выпусках.